Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что ж, доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Каспер и Годхант. Вы от нас не избавитесь? Да, вы от нас так просто действительно не избавитесь. Я хоть угадал, как обычно же, нет. Ну да ладно. В общем, что мы с вами сейчас будем смотреть? Это ликвиды против ЕХАГ, пятая или шестая, или какая-то там уже игра на сегодня. Шестая игра уже на сегодня, да. Ну что, нот бадово. Так... Сейчас, секочку. Вот так вот. И пикабаны. Все, погнали. Я тут, правда, еще попутно сижу в Хардстоун, покатываю. Ладно, давай я расскажу. Team Liquid забирает себе Дарксира и Патму в связке Shadow Demon уже не окажется, потому что его сами же ликвиды забанили. ЕХАГи забирают себе Тренд Протектора, в бане находится Ликантроп и Бэтрайдер, ну и пошел бонус тайм для второго пика. Опять дерево. Дерево сегодня, я не знаю. Во всех играх, во всех кажется. Играх, по-моему, появляется дерево, и, по-моему, все игры, где есть дерево, и оно проигрывается. Ну, одну, не-не-не, одну мы вот только-только недавно комментили, там дерево победило, но это было скорее исключение, вот именно, чем правило. Ну что ж. Ну, вообще, наверное, сейчас стоит отметить, то, что встречаются одни из фаворитов турнира против, на данный момент, аутсайдеров все-таки. Team Liquid сейчас очень неплохо себя показывают, очень уверенно идут. ЕХАГи немного хуже. Ну и Witch Doctor появляется, которого мы сегодня уже видели. Сейчас вот я покажу как раз турнирную таблицу, чтобы подтвердить твои слова. Да, Ликвиды 3-0, и ЕХАГи у нас там где? 3... А, 2-2 у них. Обновись. Да, попробуй. Ты обновлял? Я тебе сейчас обновлю. 5 seconds remaining. Бесячий этот. 2-2. Ну, да что? Ладно. Ну, против 3-0. Ну, понятное дело, что у нас уже действительно вырисовалась такая связка лидеров. Там вот Нары мы видим пока еще не проигрывали, но у них вроде бы игра сейчас еще идет. Ликвиды, UG также не проигрывали, ну и топ-5 пока с одним поражением только идут. Not bad, что можно еще сказать. Ревенж только что у Sneaky Nix Ассасинов вроде бы выиграли. И это очень серьезная победа, потому что у Никсов в результате 2-2 вообще счет, и они не очень уверенно, скажем, идут. Если на чистоту. Что, минус Луна, Team Liquid, ЕХАГи избавляются от Санкинга, но это понятно. Санкинг либо появляется, либо банится. По-моему, его еще ни в одной игре не оставили вообще незамеченным. Он всегда... Либо тут, либо там. Мне нравится то, что стал часто появляться Witch Doctor. Ну, второй раз мы сегодня видим его уже на нашем стриме. Я не знаю, сколько раз он появлялся на других, но под тренд протектора очень... Второй, а не третий? Ну, второй. Один раз он был Каски и Меледикт, а больше не было. С Аганимом он единственный раз у нас и был. Ну, может быть, так и есть, да-да-да. Выдаю я желаемое за действительное. Но в любом случае, герой забавный. Этого у него точно не отнять. Я же говорю, под дерево очень неплохо зайдет. Если рут будет удачным с даггером каким-нибудь, то оп, и каски. Look at it go. Да-да-да. Какой танец волшебный. Минус Тинкер. Почему Тинкер, кстати? Не знаю, у нас сегодня, кстати, тоже был Тинкер. Но он не пошел. Вяленький был действительно какой-то Тинкер. И минус СФ от Team Liquid. Морфлинг. Интересно, это тот морфлинг, который с бутылем и топором? Я нормальный. Да, я вот тоже сейчас смотрю и думаю, это тот морфлинг или не тот, потому что морфы-то у нас всякие бывали. И морфы у нас сегодня вроде бы не побеждали.
И вообще, сегодня про морфлингов не самые лестные отзывы. То, что они фармят, а команда в это время умирает в огромном количестве раз. Ну, и... есть еще морфинги, которые умирают и не фармят. А это уже совсем другая история. Так, ну ладно, третий пик теперь уже для Team Yehag. Не знаю, Yehag меня немного разочаровали, когда вот мы смотрели за их матчами. Они как-то действительно странно играли. Elder Titan. Это минус армор, точнее, снижение его до нуля под вард. Опять же, неплохо. Но вот что мне не нравится в таких пиках? Слишком много АОЕ задумки. Ну да, то, если что-то пойдет не так, дальше воевать нечем. Если вы не сразу, да, точнее, сразу не реализовали вашу супер-мега-убер-убийственную АОЕ-тактику, то дальше вас с руки просто перебьют. Грубо говоря, если выцепит тренд протектора или того же вич-доктора, любого из них убивают, то и что дальше делать? Даже скорее какого-нибудь вич-доктора, действительно. Обычно тактика строится именно на том, что Десвард всех убивает. Напоминаем, что корни трента никого не бьют. Не, ну просто здесь смотри, здесь есть чем сбить. Адаптив страйк. Ну ладно, Аро это ситуативно, потому что могут заградить и вакуум бешеный Дарксира, который там с бешеного просто радиуса может стянуть его и тем самым сбить. Ну еще и Рейд Кинг появляется с молотком в лицо. Правый король? Правый король. Рейд Кинг. Говорят, что опять тот же пик от команды Liquid. Я за ними... Вроде сегодня еще не наблюдал, да? Да, это первая игра ликвидов у нас сегодня с тобой на стримчанском. Да, у нас точно первая. Мы Yehag стримили сегодня. Да, было дело. И этих, которые нету спириту. Да, по-моему, даже два раза подряд. Два раза мы их комментили, да, было дело. А, так, ну и четвертый пик от Team Yehag это Ember Spirit. Вот под это под Elder Titan уже очень интересно. Тут теперь получается две комбинации, знаешь, Elder Titan, Ember Spirit и Trin Protector, Witch Doctor. Походу услышали. А что если у нас убьют Witch Doctor? А давай возьмем Ember Spirit. Ну да, но этому товарищу очень много слотов надо. Ну, не так сказать, что прям много, если появится хотя бы BF и Deidamus под Elder Titan, или даже BF и Дезолятор под Elder Titan, это уже очень хорошо заезжает. И... хотя там достаточно толстые герои, там нет такого, я не знаю, какого-нибудь Рубика ваншотного. Дарксир обычно с мекой уже толстый становится, Патма. Средненько морфинг может перекачаться, ну и правого короля лишний раз убивать вообще не стоит. Надо этот, знаешь, тактику предсмертных хрипов. Вот в Рейс Кинг, которого убьешь, он воскрешается. Потом там SF его убил, он разультился. Вингу ее убили, там минус армор, ну точнее минус там атака. Все. И Феникс никого... с яйцом. Да, и никого убивать нельзя, вот в чем проблема. Ты кого не убьешь, тут сразу косяки начинаются какие-то. Это еще кого-то герой. Идеальная тактика, просто идеальная. Тактика 5 смертей называется. 5 смертей, да. Вы вроде бы впятером все умерли, а враг-то... Да, файт выиграли, все. Изи катка. Реально изи катка. Блин, да, вот надо этот подумать, кто же еще пятый может быть при таких-то раскладах. Кстати, Урса в бане, вот это норма. Рубик, тот самый. Он умирает всегда и без причины. Тот Рубик может. Единственный, кого будут бить. Это точно. Так, и Keeper of the Light. Под морфинга. Добро пожаловать в 80-минутную доту. Можно я, пожалуйста, кимарну немножечко? Ты пока покомментируешь. Конечно, ты поставь только автокамеру. Я вот просто дам райт-клик на морфлинга, и 80 минут мы можем... Хорошо, я покомичу. А там всякие нетворсы и так далее, я переключаю, ты спи. Ой, да ладно, кому это надо? О, все. Блин, как же это круто спать. Ты понимаешь, что ты только на интернешнале ты начинаешь понимать, насколько это круто закрыть глаза и спать. Так закрывай и спи. Ты еще не на интернешнале, братюнь, это только квалификации. Ну так, первый день причем, да? То есть уже так быстро сдался. Скажите адеквату, что он без звука комментит. Адекват. Плохо адеквату. Ты комментишь без звука. Может сходить к нему? Ну, не знаю. Он же этажом выше всего лишь. Рустам, соберись. Можно ему там постучать в потолок, я не знаю. Люстру пошатать. О! Вот это наш клиент. Это норм. Хускар от Team Yehag. Нормал, Джан. Слушай, а можно я так буду комментить? Как? Вот так вот.
как я сейчас сижу. Да комменти мне, жалко, что ли? У нас тут жалко, вебки нету. Мы сейчас показали, в какой упоротой позе я сижу. Ты свои выкинь позы и сижу там. Йог. Нет, ты не до йог. Я не до йог какой-то, да. Йог первого уровня. Давай я все же поднимусь к Рустаму. Ну давай, попробуй. Так, ну в общем, пока у нас God Hunt гуляет по арене. Посмотрим, кто на ком играет. Команда Liquid Bulba играет на Dark Siri, Койк вам Морфлинг, Правый Король Way to Sexy, Pegasus Keeper of the Light и Патма у нас это TC. Команда Ехак. Пандаэгу, да, у нас играет на Тренд Протекторе, Ноу на Хускаре, Имашип Вич Докта, Кейкз на Элдер Тайтане. Что там? Я поднимаюсь, говорю, включи звук, пожалуйста. Звук? Удивление такое, звук надо включить, что там кто-то смотрит эту фигню. Типа, что, еще никто не спит, что ли? Ладно, через 5 минут, дорогие друзья, звук появится. Вот так, ладно? В принципе, параллельно, как я вам это говорю, появится звук. Угу. Ты посмотри, какая читерная шляпа есть у этого, у Джастина на Эмбера. Вот почему взяли. Легендарная шляпа. Круто. Чё ты залип так? В легендарную шляпу. В легендарную шляпу залип. А еще мне очень нравятся два мяча, один... Они одинаковые вроде с виду, но один uncommon, а другой рарный. Логика? Логика. Опять этот шматодрочер. Это все про тебя, кстати. Да ладно. Явно не про меня. Ага-ага. Сам там сидит. Я голый. Моя прелесть, Хекс на Фариона. Его нет у меня, отдал. Конечно. Друг носит уже месяц. Я с ледяным хожу. Отмазывайся тебе. Вот так вот променял тот самый Хекс. Блин, да, это же подарок от Дэнди. Вот именно. Ты. А ты, предатель. Верни мой Хекс. Если ты меня смотришь. Да, сейчас Даня в скайпе пишет. Эй, ты. Хекс, верни. Ну что, котел, Патма, рейтинг. Кто здесь будет мейн керри? Опять же, непонятно. TC, наверное, да? Ну, TC, да. TC играет у нас на Патме. И он как раз будет керрировать всю эту фигню. Way to Sexy и Pegasus у нас, собственно, будут сейчас суппортить всю эту катавасию. А, мы, кстати, же смотрели только вот во время аналитики хайлайт-моменты. Там на 6-й минуте Котл под Т1 трипл килл мутил. А, что, еще за вышкой. Нормально. Да. Че, пойдет, пойдет. Так, ну и начинается у нас тут противостояние. Тренд, Вич-Доктор и Хускар против вот этих вот трех ребят. Мне кажется, у этих трех ребят шансов-то побольше на победу. Да, вот так вот залетает сразу же. 150 хп минус. Причем пока пассивки у Хускара нету, он не такой уж и страшный на самом деле. Так, миди у нас там Морфлинг 6-2 против Эмбера, у которого 4-0. Понятненько. И на топе Элдер против Дарксера. Тут один ломатель крипов и второй ломатель крипов. Ну, Дарксеру попроще тем, что он может и подходить и рукой драться. Здесь Кейксу немного неуютненько будет стоять против щитка. Хотя с появлением Соул Ринга попроще будет, рейтинг какой-то появится. Ну, это да. Так, и Хускарчик у нас там уже под вышкой стоит, с вторым уровнем, пошла у него первая пассивочка, крипочки пошли также, 7-1 крипстат, норм, все, ноу, или по, я его по называю. Там медведь такой был. Да, там все люди просто охреневают от того, что у них запущено 4 стрима, но пики везде одинаковые. То есть, кто лучше играет, тот и победил. У нас вот именно так сейчас все выглядит. Потому что действительно, там 3 Дарксира, 3 дерева, 3 Патмы. Но с другой стороны, друзья, всех не забанишь. Просто стандартные баны у всех этих коллективов и остаются именно вот эти пацаны. Там инвокера все стесняются кому-то отдать, кого там, Сэнкинга все тоже стесняются отдавать, скромненькие такие все.
Слушай, я вот не понимаю, почему до сих пор не появляется какая-нибудь Урса плюс Чилинтач от аппарата. Ну реально же с даггером запрыгиваешь, эти 5 тычек мгновенно с плюс 80 дэмэджа, и там ну, почти любой блин, герой отваливается в секунду. У тебя пока там этот даггер появится, ой, да, пока да, ты это будешь там прыгать, ну, такое на самом деле, весьма ситуативно. И вот это бегать потом два, как два идиота по всей карте со своими чилинг-тачами, на котором кулдаун там еще секунд 30. Ты раз в 30 секунд любой герой. Ну, как сказать, любой, там потом ребята врубают команду 5, и вот тебе любой герой. Ну, аппарат против команды 5 тоже неплохо заезжает. Ну, вот пока пассивно более действует команда Liquid, хотя, мне кажется, могут они себе позволить некоторый экшен. Или не хотят рисковать, я не знаю. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, боятся там всякие каски. Вот Вич-доктора, который, естественно, их качает. Надо Вич-доктора через, там, я не знаю, хилы плюсы качать. Вот. Доктор просто. Ну, вот шутки шутками, а были такие времена, когда качали таким образом. Так, пошли у нас каски. В Рейскинге вроде бы неплохо пробили, но Маледик там первого уровня, он не слишком страшный. TC постеснялся стрелять, Arrow выпускать. Не знаю, с чем связана такая скромность, но она есть. Это самая скромность. Так бы, возможно, с руки и запилили Хускара. Слушай, вот вообще Хускар, мы только сейчас обсуждали, почему не появляется. И тут же его забирают Ехаги. Почему Хускар, вопрос? В смысле, почему Хускар? Ну, я не знаю, типа, что в этом герое мощного? Ну, ему убрали орб-эффект с копья, он теперь действительно очень лютый. То есть он теперь действительно может там с каким-нибудь момом спокойненько... Ну, вот видим, залетает подачка еще в этого самого Хускара. Неплохо пробивает, но вот мы первый, наконец-то, действительно... Добросовестно пропущенный First Blood. Морф приходит на топ. Забирают в результате Elder Titan вместе с Дарксиром ребята из Team Liquid. И таким образом зарабатывают себе First Blood. Oh, way too sexy. Приплыл. Задувка. А на ком будет ФБ? В смысле на ком будет ФБ? Чувак только что... ФБ был уже. Чувак только что зашел, во-первых, своим пешком прямо вот на верную смерть. Я не знаю, какого черта он там забыл в этом лесу, но убегать нужно было назад, а не туда, куда он начал поворачивать. Угу. Кстати, как там дела идут у Эмбера? 20 на 0 у него крипстат и 31 на 8 у Марфа. Морф, слушай, вообще какой-то жестокий этот Койква. Ну, 1100 золота есть, и я так что понимаю. Ботл к нему летит, да. Ну, ботл, понятное дело, будет. ТПшечка что еще. Что будет собирать? 1200. Линку? Линка, в принципе, может и сработать здесь. Могла быть. Хотя какая-то может быть проблема. Эмбер тут 2 или 3 тычки с руки получил, ему уже очень-очень неприятно. Ну, так и есть, это же Эмбер, он тоненький достаточно, и Морф как раз с ним может по этому поводу очень хорошо с руки его избивать. Да, ну и котел у нас, смотри, какой. Секретный котел. Нашел себе нычку. Вот что-то из секрет-шопа, из он что-то мигает. Посмотрите, какой я красавчик, как я себе туннель прогрыз. Вот он назад. А, у него. Нормально. И в рыскинг. Он говорит, давай, типа, засаду устроим. Сейчас, выйдем, будем убивать. Угу. Только линию запушили. Ну ладно, подождут, отпушат, потом будут убивать. Хочешь, сейчас вышку снесут, там же у вышки-то остается совсем чуть-чуть, 450 хп, задувка. Ну и ПТ на силу есть уже у Хускара. Будет ли доминатор появляться? Морф. Что это кошку тут прибардил? Да, просто пришел, залетел прям за вражескую вышку, да, отличная, кстати, стрела, но там каски! Каски очень качественные, ты посмотри, как стреляет здесь котел. Да, котел сразу же отъезжает, так ждут, скорее всего, будет погибать еще и Рейс Кинг, просто сгорит сейчас от огненного копья Хускара, и мы видим два минуса уже. Койко улетает. Так вот, уже два минуса было сделано, и неплохо Хускарчик, подфидели его самую малость. Получает он шестой уровень, между прочим, сейчас у него появится. Немаловажно, кстати. Лайфбрейк. Можно уже и на потму какую-нибудь наброситься и объяснить, что к чему. Вот как раз кто-кто, а Патма против Хускара на таких уровнях, без артефактов, абсолютно
беспомощна, если он до нее добирается. Единственное, что она может сделать, это какой-то лип-аут, потому что вся ее магия, она неэффективна. Абсолютно неэффективна. Почему у вас стоит гул, а у Вилата нет? Где? У кого что стоит? Гул стоит. Кейкс, под щитком, много дэмэджа, задубка по нему проходит, это что сделать? Вот там. Гул! Нормально, уходит, уходит. Там его вич-доктор все-таки залечил своим первым уровнем хила. И, как ты видишь, окупился хил. Скиллпоинт, скажем. Не зря был потрачен. Ну и что, потма? Физы, ботл. Есть чем откушаться. Такая достаточно сейвовая, отхильная потма у нее. Отхильная потма? Ну, посмотри, у нее есть фласка, стики, лечащий раб. Так что, сколько там можно? Кто там у нас постоянно тарахтит? Кто-то роняет. Да, кто-то кого-то роняет. Ну ладно, 3-3 счет. Пацаны фармят, никуда не торопиться им некуда. Да, действительно, посмотрите на пик команды Liquid. У них вроде бы Еврис Кинг там имеет потенциальный выход в лейт и морф, и патма. А здесь что? Ну, здесь, с другой стороны, тоже, да, Хускар и Эмбер Спирит, причем Эмбер Спирит такой ваншотный товарищ, но для того, чтобы стать вот таким, ну, не ваншотным, а ваншотящим, да, для того, чтобы стать таким ваншотящим, ему нужно очень-очень много денег, и для этого нужно очень-очень много времени. Смотри, Смакевич. Заходит на патму. Кот, беги! Беги! Прыгнул и дальше стоит. Ну там стяжка была просто от Эмбера Спирита. Это так мило выглядит. Ты вроде бы и убежал, а вроде бы и нет. Да. И ты стоишь и понимаешь, что все твои попытки, они были тщетны. Слушай, там хил, ливинг армор от вич-доктора. Это... Как его убивать-то? Ну там Хускары, я так понимаю, весьма серьезно собрались защищать. Да, действительно. Ну, тут уже доминатор-то вырисовывается потихонечку. Хотя, возможно, это будет Мордиган. Опять же, непонятно. Не-не, это, скорее всего, будет доминатор. Не, Армлет тоже может иметь место. Я уверен, что Армлет тоже был бы хорошим приобретением. И, возможно, это действительно будет Армлет. Но мне почему-то чуйкевит, что это именно доминатор будет. Доминатор здесь не помешает. С таким количеством отхила под доминатором вообще будет очень трудно убить. Ну да, сейчас, правда, проблема основная Хускара — это то, что ему нужен очень высокий левел для того, чтобы максимально себя реализовывать. У него действительно хорошие способности, но вот, там первый скилл, чтобы был хотя бы там второго-третьего уровня прокачки, для этого тоже надо, до этого еще нужно как-то дожить. Ну его никто не трогает, это дает ему возможность получать необходимый уровень. Восьмой уже есть, да, по крипам у него не самый лучший вариант, но потихонечку, если на него так будут забивать, он выйдет... необходимое количество здоровья и так далее. Ну вот по-прежнему ничего не происходит, по большому счету. Да, был хороший активный мув от ликвидов на нижнюю вышку, ну не хороший, он был активный, но весьма, скажем, плохо получилось с них там подраться. И что, будут ли они предпринимать повторные попытки выхода под вражеские вышки? Или сейчас подумают, ну его в бане, пусть они сами на нас лезут, и у нас сейчас будет действительно какая-то терпадота. На самом деле, мне кажется, что так, скорее всего, и будет. Что сейчас команды сами про себя решат, что, мол, они нас не нападают, мы на них не нападаем, все нормально, потом пофармим и выясним минут через 30, у кого керри-герои круче. Эмбер. 400 на руках. Ничего он не закупал? Или что-то есть в куре? Нет, ничего. Стан. Что? Где? Какой стан? Ну, там прилетел Эмбер Спирит, но... Миди, вон, смотри, Гойко в соло убивает Трента. Вот так вот прилетел. Бежать. Гойко уходит. Хорошо. На хосте. Куда его тут цеплять? Да, действительно. Ну а Хускар тем временем спокойно стоит в фарме. Да, вот прилетает к нему доминатор, теперь ему вообще наплевать на этот щиток Дарксир, он спокойно будет отпиливаться. Ну эти 4-4, хотя видим по деньгам ликвиды выходят вперед, и 5000 разницы по золоту, они, конечно, хорошая сумма, действительно очень неплохая. Мы видим у Марфа топовый нетворс, и он также
намекает о том, что могут возникнуть проблемы совсем скоро у команды ЕХАК. Что там у нас происходит с дверями? Мне кажется, надо пойти и кому-то сломать ногу. Или руку лучше. Потому что... Вряд ли он это ногой делает. Нет, ну, ногу это так, чтобы потом неповадно было. Даже подходить к этому месту, чтобы что-то делать. Ну что, мы видим, там уже потихонечку начинает Индарксир агрессировать, накидывать ему огненных стрел, что неприятно отображается на его здоровье. Ну, хотя он-то, товарищ, достаточно жирный, мека есть, солринг есть, очень хороший хапориген, там парочка копий погоды для него, конечно, не делает, но все же Хускар может и попробовать его размять немного. Так. Ты вот это вот давай завязывай со своими тетрисами. Тамагочи. Мне надо было покормить. Умирает покемон. Катамон? Катамон. Ну что, заход? Ну тут вот проблема в том, что Тренд Протектор вышки отхиливает. Дэмэджа пока, чтобы угробить их быстро, нет. Банально, тут никакой пуш, скажем так, не задействован. Нету вардов там раст, экзорцизм или еще что-то подобного. Поэтому потихонечку будет выхиливать их. В общем, не максимальный уровень, да, всего третий Линк Армора. Впереди еще небольшой грейд. Да, я вот смотрю и думаю, ЕХАГи, они вообще в курсе, что их раскатают через минут 15, а то и 20? Не, вообще, я думаю, в курсе. Элдер Титан там что-то просел очень сильно. Ну, вот смотри, появился Доминатор, он идет в Мордиган. Окей. Окей, только что он хочет делать один? Я вот тоже не знаю. Реально один, потому что у Эмбера появляется Аквила, ДБФ. Вот, пойди, разберись, фас! Годхант, фас! Дубинку из-под стола достань. Хорошо, я надеюсь, что вы этого не слышали. Ну да ладно, продолжается у нас здесь эфир. 15 минут уже практически прошло. Уже 7500 голды преимущества у ликвидов. Я слышал только что лютые разборки. Что там? Я рассказал, что не надо так делать. Ты опускаешь и поднимаешь ролет, ты шумишь на весь эфир. Не надо, да? Ну все правильно, потому что от этого ролета-то толком ничего не меняется. У нас тут... Там полный офис людей, что там воровать? Да-да-да, что там воровать? Людей воровать разве что? Только программистов. Горшочек взял с ним, отнес этим растением. Блин, как же это все-таки скучно. Это вот реально самая унылая игра за сегодня. Да, за сегодня это действительно унылство. 4-4 на 15-й минуте. Я смотрю, причем... по графикам ликвиды выигрывают более 5 кусков, так... потому что фрагов нет, и 5000 по экспе. И они продолжают вот эту... Не, ты просто понимаешь, что... тут даже дело не в том, что счет там 4-4. Счет мог бы быть сейчас 10-10, но... Темп, который задают команды, он явно говорит о том, что никто никуда не спешит. И многие спрашивали там, да, по поводу там, различных коллективов, кто как сильно играет и так далее. Но вот ликвиды, они, мне кажется, поэтому и уступают многим весьма агрессивным коллективам, потому что они очень часто уходят в такую пассивную доку. Так, запрыгнули, Пускар, тут же стеночка. Ну что-то будет? Будет, да, блайнд. Что там будет? Ничего там не будет, там котел просто подбежал, из ульты блайндом лупанул. Ну еще, кстати, может сейчас попробует. Будешь ли ты иллюминейт давать или не будешь? Котл! Гиф! Мана! Или не хочешь? На самом деле, вот котел, патма и правый король. Нон-стоп могут кидаться станами и прочей фигней. Но они этого не делали абсолютно. То есть, понимаешь, они просто стояли и терпели на линии. Они говорят, ну нас не бьют хорошо, и мы их тогда трогать не будем. А вось они не заметят, что мы там каски, на линии молиди стоим. Ну или просто, да? Ну вот, чё-то как-то так. Ну что, собьют, даже не собьют. Да, очень-очень кривое исполнение, причем и от одной, и от другой команды. Я на самом деле не знаю, вот на что надеяться сейчас ЕХАГи. Отлично, они могут протянуть игру еще 15 минут. У Морфинг там... Морфинг погибает в соло от Хускара. Просто в соло от Хускара. Ты посмотри на это копье! Что это?
Что это такое? Что это за... На стероидах просто хускар какой-то. Это копье на стероидах. Ну я просто только что смотрел, это реально жесть. Чувак, 14 стаков у него было только что. Magic Resistance на 91% увеличено. Короче, 93% сокращения магического урона. Если вы ударите ему на 1000, то вы ударите ему на 70 дэмэджа. Просто 70 дэмэджа. Лина подсогни. А он, понимаешь, он может даже армлет не выключать просто там, с одним или там с 50 хп. Бегает, то что там прям в момент вхождения в него ульта просто там выключить его или включить, чтобы осталось там минимум хп, и все, и будет победа. Ох, шутки хускары. Не, ну, шутки шутками, мы просто видели уже, да, чем можно контрить этого самого хускара, там какая-нибудь Марта с этим криту неплохо справляется. Да, там буквально одна критуля вылетает, и проблема хускара начинается серьезно. Ну, по сути, любой сильный физушник способен ему многое объяснить. Главное это иметь хоть какой-то контроль в команде, да, какой-то стан или там дизейбл временный. Для того, чтобы... Алибарду тоже заткнул. Для того, чтобы он не бил, да, потому что у него очень серьезный аджор вот с таким там атак спидом, с таким дэмэджем. Так что его очень сложно добить, именно добить. Каски. Ускар. Так, что будет прыгивать? Опять что-то. Вот. Давай! Ну! Ну вот же! Дарксир. Ой, хорошо, отлично, хорошо, да, все сделали. Доктор. На разврате. Не хотят они на развать атаковать, хотя там барабаны пошли. Да, нормально, смотри, минус Эмбер. Хускар пришел, там одному навалил, второму навалил. Он же не попадет, придется убегать, а куда? Да погоди по поводу убегать. Он тут сейчас заставит убегать еще и оставшихся. А, нет, там Морф пришел. Отлично, играет армлетом. Ты посмотри, он играет армлетом с включенным айншеллом рядом с ним. Ты понимаешь, что ему вообще плевать на этот айншелл? Ну так правильно, сколько там айншелл будет наносить? Один дэмэджа? Пол единицы урона. Пол единицы урона? Так, вот Койку неплохо вроде бы продамажили. И Молли Гифт хорошо работает. Койку должен здесь погибать, наверное. А, нет, у него бутылка, перекачка, да. Тут, изи убегает Морф. А, ну, еще становится 6-7. Хоть немножко здесь команды поактивничали. Слушай, 10 тысяч преимуществ у ликвидов. Это без скиллов, абсолютно без скиллов на карте. Вот сейчас мы увидели 2 за, я не знаю, 10 минут, наверное, если не больше. А это уже около 12 тысяч даже преимущества по золоту, по XP 7,5. То есть они методично, медленно перефармливают. Просто бьют крипов. Тут уже линка у Морфа. Ну ты вот просто посмотри на те же крипстаты. 140, 140, 110, а там 185, 80. Вот тебе и перефарм. Там даже если крипов одних посчитать, там будет перефарм на сотню крипов уж точно. А сотни крипов это вот примерно там уже 5. Эмбер бесполезный с такими айтами. Вот, ну, он реально отстоял мидл, и сейчас он бесполезен, потому что с отсутствием Battle Fury, там какого-то, я не знаю, доедалуса или дизолятора, он не нужен в этой игре, он ничего не может. У него 1000 хп, он может в себя всосать за счет флеймгварда сколько-то дэмэджа, и все. На этом его польза заканчивается. Да, есть такое, и я действительно не понимаю, почему Эмбер Спирит, конечно, сейчас он пока еще не продолжает гнуть эту линию, что там к нему никак долететь не может. Попытка цепануть Койку, но Койку еще и агрессирует по чуть-чуть. Так, у нас тут что, убегать, ребята, собрались, они правильно делают. Так вот, по поводу Эмбера. Действительно, нужно Эмберу сейчас идти ва-банк, потому что либо он будет вносить там максимальный ДПС, возможно, он и не будет там настолько колоссальный, чтобы всех поубивать сразу, но тем не менее будет полезный товарищ. Так, один раз умер, что еще раз умер? Да умрет, конечно. Там сейчас одна только стрела залетает от Патмы, но мы видим... Тут вообще на изичах разбираются с этим Рейскингом. Ну и вот сейчас надо продолжать. Не отходить там, идти забирать Т1. Правда, Дарксир там, наверное, один бы дольше забирал вышку на топе, чем они бы всей командой навалились. А подставился бы какой-нибудь котел, и котла надо было бы забирать. Не знаю, БКБ, наверное, нам чтобы появлялось у Хускара какой-то. Чтобы блайнды не могли ему кидать. Хускара, станы... да, может быть. Но станов там не так уж и много. Там стрела, по сути, и стан Рейскинга Элдера съели. Очень быстро его тут кушали. Эмбер ничего не наносит, абсолютно ничего. Вот да понятное дело, что у него там 100 урона, да, действительно так и есть, вот у него появляется Клеймора. Он, мне кажется, понял, что без дэмэджа он вообще нафиг своей команде не нужен, и это правильное замечание. У нас там полетели уже каски.
Ускарчик побежал искать себе жертву. Находит жертву. Надо было прыгать за морфом, чтобы морф просто... И вот туда фонтан. Вот котлу там под фонтан, я не знаю, куда угодно. Иди, дерись там, делай что хочешь с ним. Причем такой, знаешь, шестислотовый фускар. Так, которому фонтан бы тоже потом быстро спустит на определенные точки. Да, да, да. Я не знаю, что тут светит на самом деле. И что стоит собирать. Опять же, вот 2000 на руках. Два гаунтлеса, которые, я не знаю, либо продать, либо дособрать уже в что-то, какие-то барабаны, брейсера, я не знаю, которые просто лежат и занимают два слота при наличии 200 на руках. Мне кажется, это как-то опять неправильно. Да, там хорошие, кстати, вопросики в чате задают. А кто-то знает распределение призового фонда на Интернешнале? Ну, в прошлом году сколько было? Половина вроде бы призового была за первое место. И там дальше там 50, там 25 или 20. Что-то в этом духе. Первое место будет не обиженное. Да, первое место уже, я думаю, полторашечку там так будет пересчитывать, сидя где-то, я не знаю, на Бора-Бора где-то. Какой Бали вообще? Я просто за это слово, это оскорбление будет в адрес тех, кто заработает. Как он сейчас смеется мне в лицо. Вот именно. Я на Бали. На Бали. Какой Бали? Только хардкор там. В Дубае где-то. Да, ну в общем, я думаю, где-то уже 1,5 миллиона точно есть за первое, даже больше. Я уже не помню, сколько там, кстати, призовов. 4 миллиона уже есть. Кускар, очередной килл. Ну да, в меди забираем. Что-то не прет немного кингу. У него только ПТ и варды. Я хочу посмотреть, сколько призовов. Ты же морозишься, упырь. Я морозился, не хочу с тобой разговаривать. Так. А, уже 4 миллиона, почти. Лол. Да, 3 900 000, ну, $500. Ну, короче, считай, уже двушечка есть за первое место, норм. Слушай, он чуть ли не в миллион на день растет. Норм. Если он с такими темпами будет расти, то мы к июлю разыграем лямов 50. Все будет как-то... Просто по десяточке на человека победителя, да? Слушай, нафиг имитировать, я пошел затрачивать. Уже поздновато, конечно, поэтому... Да ладно, ты наоборот сейчас там нейм какой-то там через постель можно будет затесаться в какие-нибудь. Куда-нибудь в ТР к Вовану, например, тебя, я думаю, возьму. А может и нет. Сколько через ту постель уже пошло. Так, у нас, смотри, падает на кой. Да, бедный вещдоктор. И сейчас такие сидят ехаги. Блин, ну вот это он раскачался, такой вообще упырь. Где же это он денег-то набрал? TC то могут быть проблемы. Но два уже. TC, это минус. Да, сгорает TC, хорошо. 3500 там. На руках. Погоди, там морф пришел один раз с прокаста, типа убил, второй раз с прокаста. А репликейта только сейчас уже нет. Его котел возвращает, но он походу сгорит. У него Аегис, да. Там вейв сейчас откатится. У него сейчас все откатится, и кто-то умрет. Не полезет. Че это не. Потому что это Хускар. Включит Мордиган и разобьет тебе лицо. Кстати, да, там Хускару пофиг на все эти Эзериал Блейды. Зачем он собирает? Мейл Шторм. Ну, Скорее. Нормально. У него же так спит хороший, типа, да. Хороший, но почему это не Тарасочка какая-нибудь? Или не добрал. Потом когда-то будет сатаник. Тарасочка. Потом будет Тарасочка, потом будет сатаник. Просто нужны, я уверен, что нужны какие-то стартовые, знаешь, базовые артефакты, от которых можно будет потом отталкиваться. Нет. Если в начале игры собрать сатаник, он тебе вообще ни хрена не даст, по сути. Я к тому, что Мейл Шторм иногда, вот у него есть такая функция, когда он срабатывает, он тебе хрена не лайфстил дает. И периодически это очень печально, понимаешь? Не, ну тут же ж и вот эта пассивочка Inner Vitality тоже много чего добавляет, так что... Я просто... Были у меня моменты, когда я собирал вот тут этот артефакт, и мне вроде сейчас надо хилиться, а у меня... Давай, Зевса подрубил вот эти молнии, и хилиться, и я умираю. Это печально смотрится. Да, такое тоже бывает иногда, не поспоришь. Так, морф. Сейчас они друг друга поджидают, мне нравится вот это... Майнд геймс, смотри. Оп, такой. На, говорит, иди сюда. А чем он линку сбил? Не знаю. Вот, и мне интересно. А варианты какие есть? Доминатором, может, он задоминировать хотел. Пытался морфинга сбить. А кто сбил линку? Морфинга не сбит линка. Ты еще бы минут 40 так позвонил. Может, она просто на нем висела и упала? Сам на себя повесил. Так, короче, Виктор. Потом Фьюри появляется на Эмберспирит. Да, отмазочки вот эти ваши сразу. Полетел.
Ну что, будут его притягивать? Нет, а у него 5 хоста. Там сейчас на топе вышечку будут забирать, да? Вроде дефать забирают. Дезолятором. Кто будет дефать? Что будет дефать? Полетели с ТП, смотри. О. Оп, задувочка. Ускарчик пошел. Манлик оттолкнули. Маны нет. Он не особо страдает от того, что у него маны нет. Ему главное Inner Vitality кинуть хотя бы одну штукенцию, а все остальное это мелочь. Ну, собираются дефать. Или нет? Да, пошел. Фейшн, Эмбер. А ролл Фускара, вот это неприятно. Эмбер пролетелся, но слишком мало дэмэджа не наносит. Ничего, даже с саппортом. Да, один Battlefury только этого, конечно же, недостаточно. Ну и вот он должен быть сейчас прыжочек какой-нибудь. Ну прыгай, прыгай, прыгай. Нет, никто не хочет прыгать. Фускар в это время старается наваливать с руки. Манлик. А ролл поймал опять 5 секундочку. И Фускар начинает сейчас будет просто с жуткой скоростью регениться. Ты посмотрел, сколько дэмэджа он... И Хускар все-таки погибает. Ну, да, значит, Морф сейчас всех погибает. Развалит. Конечно, что... там адаптив страйк, есть минус. Койква оформляет уже третий фраг в этой драке для себя. И... Слушай, там на самом деле в начале драки был жуткий курьез. Ты видел какой? Была стяжка Дарксира. Стяжка Дарксира. Угу. В стенку пятерых. Но в эту же секунду нажимает кот. Котл блайнд и раскидывает всех. Просто они не долетели до стенки, и вокруг нее так хоп, и стеночка посередине. Это курьез. Это да. Курьез, у котл рассказал. Что его коня может оказаться? Не, ну, короче, я вот просто смотрю на эту команду Liquid и понимаю, что, ну, больших терпил я в жизни, наверное, не видел. Мне кажется, IG и DK сейчас просто ехидно ухмыляются. Говорят, ну, это достойные ребята. Преемники наши-то растут. Потому что у них уже более 20-ки преимущества. И убив 4 человек под базой, они что сделали? Правильно, разбежались. Все хорошо. У них морг, им простительно. И у котла еще. Я хотел сказать, аганимы нет, а хрена с 2, там аганимы 200. Там уже скоро хекс будет, и аганимы нет, вот начинаешь. Слушай, ну, давай не будем. Я комментил 98-минутную игру, где у Чена появился хекс. Чувак, это первая игра за полтора года, которую я видел, чтобы у Чена появился хекс. А как тебе аппарат, который покупает рапиру себе? Не, ну это другое. Вот просто аппарат, который себе покупает рапиру, он ее не выбил. Он там, ну, не застилил ее где-то, он купил себе рапиру. Вот это уже уровень. Это жуть. Ну все равно мой кумир за SMJ, и никто его не... Мой Бёрнинг кумир, тут я тоже могу посоревноваться по некоторым параметрам. Но потму запрыгнул, потма в инвиз никак не спасает. Вот соло-цель Хускара аннигилирует просто в секунду, но это соло-цель. И ему сейчас нужен ривер как никогда просто, и добрать этот сатаник, чтобы в нужный момент нажать, мгновенно стать фуловым, и второй раз его будет трудно уже ушатать. Так, ну вышечку тут сейчас заберут. Кстати, это будет первый тауэр только для команды ЕХАК. Пошел, у вас безопасно. Говорил артстайл. Угу. Отходит, хорошо. Ой, это секси, немного спугнул здесь Хускара. Смотри, инвиз. Ну и все. Там же Danger, Danger, там же крипы на базу пришли. Короче, где мой дабл-клик? На котла, вот. Я хочу посмотреть на геймплей котла. 5 минут из жизни котла. Да, я вспоминаю сразу, в который Dota 2 Shitty Digest, да, котл геймплей. И вот, ты знаешь, такой... Второй кадр в другом месте. Третий кадр в другом месте. Четвертый кадр уже на том же. Ядерный взрыв просто. Слушай, у котла появляются травела, его находит Эмбер. Манвик. Погоди, вот знаешь, если бы Эмбер все это время был со включенным флеймгвардом, да. А, у него он в кулдауне только что был, я понял. Тогда окей. Подожди, у кого дезолятор? У Патмы дезолятор. Ага, я понял. Я за котлом вообще наблюдаю, не отвлекай меня. У котла до сих пор топорик есть. Это тот самый деревенский мужик, друг Морфинга. У него ботла нет. Он сам наливает просто. Сам наливает. Разливающий.
Смотрим. Всего-то 25 тысяч перефарма. Я думаю, нужно еще немного похолдеть. Недостаточно. Сейчас сколько там всего? 42 тысячи на 66. Не, мало, мало, мало. Определенно мало. Не ваншотит еще Эмбера, понимаешь? Не ваншотит. Надо больше фарма. Оп, на репликейт улетел. А как поймать-то? Никак не получается. Арчитников нет, ничего нет. Это ж, блин, это, прикинь, надо ловить морфа, чтобы его убить? Нет, этот герой слишком балансный. Он просто не контрится. Ну что, сатаник сейчас появится? А что дальше? Не, ну, Хускара ваншотнуть не получится с сатаником. В принципе, его ваншотнуть достаточно сложно. Обычно Хускар занимается подобными вещами. Хускар с Эзериалом и Орхидом. Просто прыгает, Орхид с ульта вот этот. И наваливает. ГГББ. Кстати, норм. Изикатка. Там же все в процентном соотношении дэмэдж наносит. Какой третий уже, да, я так понимаю, где-то сыр кому-то должен завалиться, или это только второй? Не помню, вроде бы второй. Да, хотя второй, я могу ошибаться. Потому что нет ни у кого сыра. Ну, у меня, например, котел скачет. Да у тебя он давно скачет. Нет, ну, потрясающий зрелищности матч. Я думаю, что зрители, которые сейчас в полтретьего ночи по Киеву наблюдают эту встречу, они просто безудержно рады, что нам достался именно этот матч. У Ликвид сейчас просто куча фанатов появляется. Таких прям... Ярых фанатов. Ярых, я бы сказал. Кони, вперед! Жидкие. Я даже знаю, почему не жидкие, на самом деле. Я тоже уже, кажется, догадываюсь. Погоди, погоди, погоди. Там крипы подошли на топе и... Смотри, смотри, Дарксир, Шивый пытается уйти. Флейнгвард залетает, а тут Морфинг, добрый вечер. Пытается уйти. Куда ты уйдешь от Эзериал Блейда? Нет, слишком рано, погоди. По-прежнему не ваншот. Он дал удар с руки, это перебор. Ну так правильно, у него 4,5 на руках. Надо Мидас, наверное, толкнуть, нет он. Или не будет толкать. Да погоди, он сейчас еще подождет 7 секунд. Нет. Мажор! Зажрался. Зажрался. Такой вообще. Всего 300 крипов уже позволяет покупать что-то. И что он купил? Он купил 2 ультимейт Тора. Да, это Скади. Ну окей. Да, причем до Скади там всего немножко осталось. И вот он сатаник. Так. Ну и как сейчас дефать будут? А вот как сейчас будут дефать? Я на самом деле не знаю. Что-то один Хускарчик пока вроде. Эмбер еще 10 секунд нет. Усыпили. Каски. Каски. Линку сбили, неплохо. Пока с репликейтом справишься, проблемы. Так, там еще и патна снизу настреливает, да, минус арморочек обновила. Ускару подмыли немного на 447 урона. Ну, не страшно, у него 10 регенов в секунду, это без первой магии. Что там котел подхиливает так жутко, это жуть. Вот, вот просто даже заход на хайграунд не было, кое-кого уже там кого-то убил. Там блайт и просто погибает, здесь без шансов ставится вард, но... Нет, слишком просто, точнее слишком сложно, нужно еще пойти пофармить, чтобы вот Элдер с одного удара с руки падал. Ну, слушай, всего-то при преимуществе там в 30 тысяч золота состоялся заход на хайграунд. Я считаю, что это слишком рано для ликвидов, они были не готовы так опрометчиво действовали, рисковали очень сильно проиграть. Да? Блин, на самом деле ликвиды жесткие. Ну, вот эти вот их рисковые заходы. Когда вот реально игра, она на грани. Типа вот прям бритва, ее ставишь на нее и... Чуть сделай какой-то шаг не туда, и ты просто падаешь в пропасть. Они заходят на хайграунд с закрытыми глазами. И не боятся. Не боятся. Он даже ваншотнуть никого не мог, но он ломанулся просто. Вот в омут с головой, как говорится, прыгает и бах, просто тут раз. Так давай завязывать, а то сейчас люди действительно, те, которые только подключились... Да они такую катку пропустили. Закрой артефакты быстрее.